вот они. Ну давай. Нет, слушай, Кать, ну еще их пригласи. Я не думал, что они так смотреться будут. Быстрее, Мира, быстрее. Мира, скинься. Опа, Рада, ко мне. Да, девчонки, падаем на животики. Не. Все, давай, отдыхаем, давай. Кайфуем. Да тебя больше. Смотрится, да, я не ожидал. Да и Радочку. Это специально такое. Я его уже года два не застилал. Красиво, да? Не, у меня накидки разные есть там. А это, да, красивые. На красивом паласе. Что это, меня тут наслинили. Я радости. Мирочка. Что ты делаешь? Она же маленькая, а ты взрослая. Ты же взрослая леди. Да, она ребенок еще. Да, нельзя ее так писать. Нельзя. Они, наверное, не понимают, там, где мама, где дочь. У них нет такого понятия. Мира, да и тебя сильно любим, и тебя, да, и ты любимая. В это время... Радочка. Где? Марсик, оставайся здесь. Здесь Марсик обсыхает, его скупали, и он на полу. А вот еще у нас, смотрите, какой есть этот, тоже из шкуры, да? Это бараньи шкурки, видите, сшиты вот из кусочков. Вот, Марсюшка, видишь? Такой... Не палас, а как его, плед. Это в стирку у нас. Тебя помыли, теперь плед будем мыть. А еще у меня есть вот такой, сейчас покажу. Плед. Где там был? О, видите, какой. А, длинношерстный. Ну, это искусственная шерсть. А это настоящая. Где ты? Это вот из натуральной овчинки, видите? Самая настоящая шерсть. А у меня тоже шерсть есть, вот, как бы показать, вот, видите, натуральная, вот так вот, не могу показать, камера закрывает, хочу показать шерсть, вот она у меня, видите, на груди, вот это мой палас, или какой плед мой, а зимой, между прочим, греет, поэтому мне и жарко, поэтому я в майке и хожу. Ну да, он уже. Ну все. А ты что, туда пойдешь, иди. А нам надо деть девчонок на улицу. Да? Девчонки. Мира пристает к Марсику. А, ну она на нем ездить, да? Будет теперь, конечно. Ну это дай ей колбаску. Где? Да, это спрятано. Да, надо спрятать. Ага, она глянь, напрямую через кровать. Выпроваживай их. Они-то сухие. Где вы? Здесь. Только... Радуй Миру. Ну да. А Марсика оставляем. Мира, Рада. Марсик, стой. Марсик, подожди, Катя. А я сейчас. Ага, он уже выскочил, Марсик. Да? Первый. Так, одна вышла, вторую. Посмотри, даже осторожно, да? Ага, еще как осторожно. Да. Потому что у тебя в руке колбаса. Так ей даже колбаса не нужна. Марси, ты тебе сейчас дам, подожди. Сейчас тебе дам, да. А в каком-то ролике, помнишь его, Марсика, откуда-то выманывали? А, из машины ты выманывала, да. Помнишь его? Конфету ему предлагал, он даже не пошел. Не пошел, да ладно. Для него да. Заработал, все, Марсюшка, скупался. Не, ну что ты, подожди, Кать, ну чё, тихо. Еще? Конечно, ну. Как смотрит. Ну ты даешь, бля. Он такой подвиг совершил. Нет. Парень скупался. Ну ладно. Ну еще одну. Три, чтобы. Вот, конечно, вот. Теперь все уже, да. Ну, зайка. А то хотела одной штучкой отделаться. В следующий раз он не пойдет купаться. Он стойко это перенес. Не то, что девчонки, да? Он как этот стойкий черный Марсик. Сравнивать не будем его с Оловянным. Да, зайка. Все, обсыхай теперь. Да, Марсюнчик, все, пошли. Иди гулять, иди здесь. Пошли. Нет, все. Обновим. Пойдем, иди сюда. Ну-ка, запрыгнешь ты на новую эту.
Иди. Иди сюда, быстрее. Ему тяжело, да? Ну. Не прыгает он, да? Да прыгает. Давай его заманивай. Опа. Прыгает. О. Да забурчал. Ну он, слышишь, что? Вот те смотрелись беленькие, да? Да. А этот нет, он теряется в этом. Все. Вот смотри. Вот так, если вот лечь, да, еще нету Марсика. Марсик. Марсик. Ты слился с местности. Ему нравится. Видишь, а вот сейчас смотри, у него грудка беленькая. Видишь, как он контрастно. Ты на моем месте не вытирайся, я тут лежу. Иди туда. Наблюдай. Давай, вот ты. Сам скажу, пригласил, да? Марсюш. Не, ну пригласил. Ты давай туда. Это мое место, где подушка. Сейчас лягу, буду мокрый. Иди сюда. Ложи. Вот тут, да. Сюда можно, ложи. Давай, грудь поверни. О, вот теперь смотри, как он смотрится. Грудь белая, ромбиком. Вот теперь да. Марсюшка, ну покажись еще, покрасуйся. Человечество на тебя смотрит. Покрути его. Опа. О. Нет, только ты вот так разверни вдоль. Как ромбики. Какая у него улыбка. Марсик, да, он. У него самая прикольная улыбка. Марсюшка, мокрый. Твоя грудь. Надо в ванной немножко. Твоя грудь похожа вот на вот эти вот, видишь? Интересно так еще. Все? Может быть, в ванне полежит? Ну, давай его туда. Марсиш, пойдем в ванну. Пойдем скорее. Включай свет. На, что-то дам. Скорее, скорее. На, скорее. Закрывай, быстрее. Пускай же мать послушает. Все, пусть обсыхает. Мокрый еще. Нет, сюда нельзя.